Россельхозсеверокавказ взяли на особый контроль надежное энергоснабжение избирательных участков в регионах Северокавказского федерального округа в дни общероссийского голосования. Всего в зоне операционной деятельности компании 3914 помещений для голосования. Из них 273 в Северной Осетии. На оперативном дежурстве в режиме повышенной готовности в период голосования будут 2424 энергетика в составе 597 бригад. Мобилизовано 825 единиц спецтехники и 48 резервных источников энергоснабжения. Каждый избирательный участок также обеспечен необходимыми списками и номерами телефонов ответственных дежурных оперативного персонала районных электросетей. Проведены все необходимые проверки технического состояния и готовности к применению всех электроустановок.